сын мой, не вынимайте без нужды. Не вкладывайте без славы. Атос, Портос, Арамис. Д'Артаньян! Фёдор стремится в мушкетёры. Господь нас презрел. Мой лекарь запретил мне волноваться. Как мне нравится жизнь в Париже! Вы вчетвером за день вывели из строя 10 гвардейцев кардинала. Вы поедете на остров Ре, найдете там Бекингема и сделаете все, чтобы Англия перестала поддерживать Дарушель. Это звучит как угроза. Именем кардинала вы арестованы. Дело закончится трёпкой. Чего? Следуйте за нами. Вот это зря. Констанция. А на что вы готовы ради меня? Да, все что угодно. Вы имеете что-то против, сударь? Монсеньор, Бекингем в Лувре. Я сожгу Европу в огне за вас. Взять его. Отдайте мне Д'Артаньяна. Он-то что вам сделал? Я его ненавижу. Хоть один волос упадет с головы Д'Артаньяна, я пристрелю вас, как собаку. Надеюсь, ваши последние дни будут ужасны. Вот я и доверила свою жизнь. Господи, дай мне жить дойти до конца. Защищайтесь, господа!